Всем здравствуйте! Сегодня еще одна час китайской распаковки. Итак, ну сегодня я немножко устал, так скажем. Сегодня вот пришла вот такая вот посылочка. Я не знаю, что в ней, но должно быть что-то интересное. Я надеюсь, все в ожидании увидеть, что там такое. Я вот взял такой нож, интересно, айкуб называется. Хопа, раскрыли. Итак, что же у нас такое? Что-то должно быть интересное. Я предполагаю, что может быть тут, но не факт. А, неправда, да. Это то, что я и думал. Это бутылечки для того, чтобы, допустим, ну, парфюм вы хотите взять с собой? И, допустим, ну, вот так вот вы его вставляете, там, набрызгали, допустим, там, что-то вовнутрь, да, сколько вам надо, сняли и вот так побрызгали на себя, там, где вам там удобно, вы на себя побрызгали. Их тут-то, они отдельно почему-то, они все отдельно, за это большое спасибо китайцам. Я очень рад, что они каждый отдельно, видимо, каждая бутылочка, видимо, ну, для каждой закуски, для своей бутылочки, так скажем. Я никогда столько много пакетиков еще не раскрывал при китайской распаковке, но это что-то. Это радует то, что они в каждый пакетик, каждый флакончик отдельно завернули. Это очень радует. Их получается 5 штук по сколько миллилитров? Сколько же они миллилитров? Знаете, сколько они миллилитров? Я бы вам... Опа. Если бы я знал, сколько... По 50, наверное, миллилитров. Либо 50, либо 150. Нет, наверное, скорее всего, по 50 миллилитров они. А может и по 100. Нет, 100 это много, наверное, потому что у меня 150, у меня флакончик с парфюмом. Ну, думаю, должно быть все хорошо. От радости чуть себе палец не отрезал вообще. Это первый раз такое. Вы не поверите, мои друзья. Мои подписчики. Ну да, вот получается их 5 штучек. 5 штучек, одни по 50, наверное. Скорее всего, по 50 миллилитров. Они вот так вот выглядят. Так вот интересно. Все это убираем в сторону. Ладно, мусор уже улетел. Вот такие вот интересные 5 бутылечков. Их можно, и они очень удобные, я считаю, можно разных парфюмов налить, туалетную воду, парфюм как для мужчин, так и для женщин. Это будет очень удобно, чем с собой таскать, допустим, тот же большой флакон. Зачем? Когда можно вот такой удобный таскать, и ничего с ними не будет. Проверим, как они на деле, и там я уже поделюсь в комментарии к видео, где я оставлю свой, наверное, где я оставлю по-любому свой отзыв об этом товаре. То есть, все, ну, по виду, все, вроде это стекло, не пластмасса. Видите, даже, слышите, можно даже это слышится, то, что это стекло, это не пластмасса какая-то. Видите, это понятно, то, что это пластмасса, это расходный материал, так скажем. Но эти флакончики, они стеклянные. Это все четко. Спасибо всем за внимание. Ставьте классы, ставьте лайки, ставьте дизлайки, оставляйте комментарии. Что мне будет больше всего интересно, это когда вы будете оставлять комментарии. Я буду знать, над чем мне работать и как мне делать видео. Все вот это. Это как бы начальные этапы. Все, над этим надо работать и надо знать, где работать. И благодаря вашим комментариям к этим видео, лайком и дизлайком, я буду знать, над чем мне работать. Все, спасибо, с вами был Час Китайца, так скажем, буду теперь называть Час Китайца, или Час с Китайцами, будем так называть мой канал. Ставьте лайки, я всем буду рад, всего доброго и до свидания.